начале нашего концерта, вот когда вы только пришли в зал, на сцене стоял хор. Хор вторых и четвертых классов, средний хор, совсем маленькие детки были. А сейчас мы готовим сцену для выступления старшего хора хорового отдела. Вот это принимаются сюда дети с хорошими вокальными данными, с хорошим слухом, потому что пение в хоре — это особое искусство. И специальность вот у них, то, что называется специальность хор. Конечно, у них есть фортепиано, конечно, у них есть сольфеджио, музыкальная литература, все как обычно. Но только в центре их вот музыкальной жизни в школе и в центре их учебы — это хор. Ведет хоровой отдел вот прямо с маленького, с маленьких классов до самых старших, Белла Дороникина Эбре, замечательный хормейстер, который очень много с детьми занимается, и не просто вот хоровым пением и подбором репертуара. Все-таки в хоре требуется то, что называется постановка голоса. Умение взять дыхание, уметь провести фразу, уметь послушать партнера — это все огромная хоровая работа. Вот она черновая, эта работа. Может быть, даже вот и не представляешь до тех пор, пока не посидишь на репетициях у хоровиков. Даже не можешь себе представить, сколько стоит вот вычистить каждую фразу, сделать ее красивой, пластичной. Потому что голос человеческий — это как инструмент, а инструмент должен петь как голос человеческий. Вот все это, когда совмещается, соединяется, получается замечательное вот хоровое искусство. Серьезное и глубокое, очень древнее. Да. Вот у вас в программках написано, что это хор старших классов и ансамбль «Лестница». Долгие годы Белла Дороникина вела ансамбль «Лестница», и теперь вот этот ансамбль так вот влился в старший хор. И вот теперь это единый коллектив. Концертмейстер этого коллектива Владислав Владимирович Калантаев. Руководитель художественной Белла Дороникина Эбре, я бы тоже сказала. Теперь представляю ту программу, которую вы услышите. Канонические вариации на тему русской народной песни «Ты не стой, колодец». Обработка Владислава Соколова.